Продолжаем реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта нашей столицы. Никогда такого объема инвестиций в дорожную сеть города Вологды не вкладывалось ни в современной России, ни в советское время. 13 миллиардов рублей. Сегодня мы видим, что работы ведутся практически по всему протяжению. 8 инженерных сооружений, 2 крупных транспортных развязки двухуровневых, 2 моста через реки. Все-таки земля сельхозпредприятий, самая дорогая земля под Вологдой, под Череповцом. Несколько предприятий, с которыми пришлось вам провести переговоры. У нас 3 сельхозпредприятия. Со всеми руководителями рабочие встречи проведены, то есть понимание полное есть. Земля, та, которая была у них в собственности, значит, соответственно, сейчас уже проходит процедура оформления на различных стадиях. Вот это, конечно, такой деловой подход руководителей предприятий. Он не может нас не радовать. Поэтому надо им помочь с увеличением площади сельхозземель, если это необходимо. Это колоссальный проект для нашего города, это действительно подарок для всех жителей нашего города, потому что город просто задыхается от транзитного транспорта. Мы надеемся, что с вводом в эксплуатацию обхода весь транзитный транспорт из города уйдет, перестанут разрушаться городские дороги от грузовых автомобилей. Работа ведется с опережением графика, поэтому контракт заключенный до конца 2020 года по большой степени вероятности, 90%, будет исполнен к дню дорожника в октябре 2019 года.